Здравствуйте, с вами Павел, вот, и хотел бы я вам рассказать вот об этой вот штуке. Это лан-тестер. Он у меня уже больше, наверное, 2 лет, он уже пожелтел немного, вот. Но казалось бы, да, 2 года назад я его заказал, если даже не больше, вот честно, не помню. Вот, самый дешевый, самый простой лан-тестер, вот, я как бы админом работал очень долгое время, и дома как бы хотелось тоже лан-тестер иметь. Он оказался самый дешевый, вот, и он у меня прослужил, вот сами думаете, больше 2 лет, вот, и до сих пор работает, и даже и батарейку не менял. Вот, что о нем рассказать. Он, в принципе, пришел очень хлипкий, на самом деле, то есть, видите, у него тут разъезжаются салазки, точнее, как их назвать, крепление. Вот, он такой как бы сразу и пришел, вот, но тем не менее работал безотказно навсегда. Значит, смотрим, вот так вот он раскрывается, то есть это для того, чтобы, да, провод на расстоянии мерить. То есть один конец тут, подсоединяем, один конец, допустим, за 100 метров, да, и по рации с кем-нибудь смотрим, да, как он там, как бы все линии проверяем. Вот. Тут специальные салазки, да, он как бы сюда доезжает нормально. Одна кнопка включения, больше нет ничего. Значит, работает он от кроны, вот, одной батарейки. Вот. Ну, почему так долго батарейка прослужила? Потому что тут, собственно, только сигнал идет, да. Как бы однократно подается, хоп, прозвонили, 8 сигналов. Все, свободен. Вот. Значит, тут есть лановские порт, то есть под RG45 и RG, как он, забыл его название, то ли 13, то ли какой, то есть телефонный. Вот, я специально взял патчкорд, вот, ну, чтобы вам продемонстрировать. Вставляем вот так вот, вставили, ну и все, и сейчас, оп, немного закрутился. Нажали пуск, да? Оп, что-то закоротило. Сейчас, на секунду. Вот, то есть смотрите, да? Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, то есть, видите, все ровно идет, как бы по порядку. Если где-то неправильно патчкорд обжали, вот, допустим, перепутали линии, то есть он будет на одном, допустим, ровно идти, да, до 8, а на втором, где перепутано, то есть, допустим, в 5 на 4 перескачивает, да, то есть это видно, ну и, следовательно, значит, неправильно обжали провод. Либо, вот как сейчас было, 2 загорелось, то есть это вы неправильно провод вставили, обжали, и получается, что где-то коротит. Вот. Ну и, следовательно, вот, да, отсоединили, и на той стороне все так же, как бы, показывает. Вот. В принципе, говорю, хорошая вещь для системных администраторов, да и дома, да, вот кто, к примеру, там, я не знаю, ну, сейчас ремонт делает, да, вот я, допустим, у себя делаю, у меня, правда, еще долго что делать, но все же, вот, я LAN еще розетки кидаю, потому что сейчас и телевизоры идут с LAN-ом, и, да и все, компьютеры, и много всего, да, вот, ну, и решил я, как бы, в каждой комнате хотя бы по розеточке кинуть. Ну и, следовательно, тестерам, да, можно будет прозванивать, работают они или нет. Вот. Ну, все, очень, говорю, полезная штука, дешевая, в принципе. Вот, поэтому рекомендую ее. Вот, говорю, не, она как бы хлипенькая, да. Ну, то есть, в принципе, сделана не очень, но, во-первых, она дешевле всех остальных, а во-вторых, вот видите, хоть она и хлипкая, но проработала у меня уже очень давно. И долго, и будет еще работать, и в принципе, зачем еще лучше, да? И как бы, вот видите, она маленькая, то есть меньше ладошки. Тут даже как и брелок, да, можно понять. Ну, конечно, как брелок, она будет слишком большая, она довольно-таки увесистая, но сами подумайте, батарейка плюс сам он, вот. Поэтому заказывайте, кому понравилось, вот. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, до новых встреч. Все, всем пока-пока.